23 февраля на фестивале единоборств за Россию 19-летний Сослан Тедеев завоевал титул чемпиона мира среди молодежи по версии IBF. В финале он одолел спортсмена из Филиппин Алана Танада. Сегодня новоиспеченный чемпион ответил на вопросы журналистов. Открыл пресс-конференцию министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Хасан Бароев. Экзамен пройден замечательно. И на сегодняшний день уже и уверенность у всего коллектива, наверное, появилось гораздо ее больше. Победа нам нужна была, и, конечно, будем очень надеяться, что это было самой важной отрывной точкой его долгой, интересной, спортивной, профессиональной карьеры боксера. Будут нас радовать, мы будем болеть, чем можем помогать. Так что с победой всю нашу республику. Большая часть вопросов была посвящена прошедшему титульному бою. По словам главного тренера, бой проходил в напряженной обстановке. Филиппинец показывал грязный бокс. В 7-м раунде он нанес удар ниже пояса, после чего судьи приняли решение о его дисквалификации и присуждении победы Сослану. Для нашего спортсмена это 7-я победа подряд. 5 боев он завершил нокаутом. Успешное выступление повлекло и вопрос о следующих противниках. По словам спортсмена, сейчас он активно готовится к рейтинговому бою, который состоится через месяц. Имена соперников и место пока неизвестно. Артем Балатаев, Олег Рамонов, Осетия ТВ.